Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 18 июля 2022 года. Давайте с вами посмотрим. Прогноз у нас общий для представителей всех знаков зодиака. Давайте посмотрим, что этот день нам принесет, какой он для нас будет. 18 июля, это понедельник, день Луны. Еще и в этот день, скажем так, Луна у нас будет удвоенная. Так. Общая карта дня. Ну, это будет какое-то начало. Знаете, день, скажем так, вы проведете его активно. Будете полны сил, энергии. Вас будет переполнять желание что-то делать, творить, что-то исполнять. Возможно, вы как-то обратите внимание вот на какие-то свои детские вот мечты и желания. То есть, может быть, вы начнете что-то реализовывать для себя именно в том плане, то, что вы хотите на самом деле, не то, что нужно, да, а то, что вы на самом деле желаете. Это какая-то ваша, может быть, детская мечта. И вот, наконец-то, вы поймете, что есть возможность ее исполнить. Так, встреча с друзьями, да, приятное времяпрепровождение. В этот день особое внимание вы будете уделять детям, да, или вопросам, вот, связанным с детьми. Новое начало, новый проект, новая работа, то есть новые отношения или новый уровень в этих отношениях. Если они у вас уже есть, да, вы можете перейти на какой-то другой уровень. Что-то обнулить для себя, да, на что-то закрыть глаза, как-то поменяться. Вот здесь явная будет перемена. Хорошо, давайте посмотрим, в чем будет заключаться позитив дня 18 июля. А позитив будет заключаться в том, что наконец-то вы найдете вот это вдохновение, да, наконец-то оно, скажем так, снизойдет к вам. Покой, да, уверенность какая-то в чем-то. Новое предложение. Я думаю, что здесь вы получите какое-то хорошее, выгодное предложение в этот день. И я не исключаю, что это предложение будет связано с каким-то родом деятельности, с которым вот раньше вы, точнее, то, с чем раньше вы не работали. То есть это что-то новое. И вы будете думать, браться вам за это или нет, стоит, не стоит. Но, в принципе, предложение, я думаю, что будет для вас неплохое. В чем будет заключаться негатив 18 июля? Негатив может заключаться в том, что если вы, ну вот скажем так, не возьметесь за что-то новое по той причине, потому что, ну вот устали, да, то есть вот здесь может быть какая-то усталость физическая, моральная, да, то есть вот когда человек от всего устает, он ничего уже не хочет, нет вот этого азарта, нет какого-то подъема энергетического, то есть вам необходимо будет однозначно что-то с этим делать и выходить из этого состояния, то есть тут нужно обновиться. Нужно обновиться. Нужно пустить вот в свою жизнь вот этот, как там, вот эту искру, да, то есть вот что-то детское такое. Побалуйте своего вот внутреннего ребенка, да. Сделайте для него что-то. Подарите ему что-то. Побалуйте себя. Вот я о чем говорю. Это очень важно. Так, на что следует обратить внимание 18 июля? Король жезлов. На вашу целеустремленность. И смотрите, здесь вот у нас карта шут, она как бы смотрит, девочка смотрит вот на данного короля с вызовом определенным, с любопытством. То есть какая-то будет такая ситуация, в которой вы сможете себя проявить, при том, вот это проявление для вас будет спонтанным, неожиданным. Вы от себя, может быть, чего-то не ожидаете. Если, конечно, вы сможете избавиться, да, от определенного какого-то груза.
Обратите внимание на людей, которые вас окружают. Обратите внимание на ваше руководство, допустим, или на человека, который вот вам благоволит и содействует, помогает в чем-то. Вот здесь в чем-то у вас будет прорыв однозначно в этот день. Какая карта характеризует личные взаимоотношения 18 июля? В личных взаимоотношениях все хорошо, стабильность, достаток, покой, умиротворение. Вы будете довольны собой, будете довольны партнером. Возможно, вы будете оговаривать какие-то незапланированные покупки, да, незапланированная трата денег, может быть, у вас. То есть, или же вы получите как-то неожиданно деньги за что-то, то есть вот вам могут выплатить какую-то сумму неожиданно для вас. Купля-продажа. Вы можете в этот день заниматься вот этими сделками всевозможными, да, вместе с вашим партнером, потому что самим вам будет тяжело с этим справиться, поэтому вам нужна будет помощь. Ну, в принципе, для личных взаимоотношений карта хорошая. Так, рабочая сфера 18 июля. В работе будет тоже все в порядке. Достаток. Да, хорошее, выгодное предложение. Смотрите, здесь вот шикарный день для чего-то нового. То есть, может быть, у вас будет повышение вот по вашей службе, да, то есть продвижение по карьерной лестнице. Может быть, вы возглавите что-то, вам доверят какой-то важный проект, важную задачу какую-то вам поставят. То есть вы поймете, что для вашего, скажем так, руководства вы являетесь ценным кадром. Если вы являетесь руководителем, то вы будете осознавать, что от вас на сегодняшний день очень многое зависит. То есть и вам нужно будет как-то собраться, вам необходимо вести людей за собой, то есть вот держать, скажем так, свою команду. И вы будете все планировать, распределять, считать. То есть вот как-то так. Будете себя чувствовать как хозяином, хозяйкой, вот в прямом смысле того слова. Так. Можно ли 18 июля давать деньги в долг? Вот знаете, в принципе, карта не запрещает, но так как это понедельник, еще и у нас идет удвоенная луна, и король кубков, да, то есть вот я бы не рекомендовала все-таки, потому что вы можете дать деньги кому-то, но с расчетом, вы должны понимать, что эти деньги могут вам потом не вернуть. Если вы к этому готовы, то да, пожалуйста, давайте. Если нет, если вам необходимо, чтобы эти денежки вернули, то нежелательно давать деньги в долг. Так, можно ли брать кредит 18 июля? Нет. И общий совет карт на 18 июля. Но здесь будет явное получение каких-то новостей. Что-то спешит в вашу жизнь или кто-то спешит в вашу жизнь. Может быть, это некий вот какой-то мужчина, партнер, может быть, да, или ну вот какой-то человек, в общем, может сделать вам хорошее деловое предложение. Не спешите отказываться, не спешите. Вот вам необходимо, если вы не сможете вот принять решение в этот день, возьмите паузу, возьмите время, скажите, что вы подумаете. Но не отказывайтесь сразу, потому что для вас это может быть очень выгодное предложение на самом деле. То, что позволит вам ну вот повысить ваш статус, да, улучшить ваше финансовое положение, допустим. То есть здесь вы должны отнестись вот к чему-то очень серьезно. Так, давайте посмотрим еще послание фей для всех на 18 июля. Будьте собой. Вам нужно сохранить свое подлинное «я», основу вашей силы. Может быть, здесь действительно что-то будет связано именно с вашим детством. То есть то, что тянется с детства, наконец-то сможет реализоваться, наконец-то сможет воплотиться. Или же, если мы говорим о каких-то комплексах, проблемах, связанных с детством, может быть, вы в этот день сможете от них освободиться или, по крайней мере,
поймете, как вам необходимо действовать, да, для того, чтобы освободиться от какого-то груза, который тянется с детства. Вот как-то так. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.